Друзья, всем привет, эпичный индивид на проводе. Похоже, это видео для моего второго канала, ну не важно. Вот и на весах. И Доброцен позволяет мне весить 83,5. Находимся мы в магазине Доброцен. Вот с Костянчиком пришли сюда закупать все подряд. И, смотрите, овощная смесь 1 килограмм стоит всего лишь 66 рублей. В ней ничего лишнего. Пойдем дальше, взорвем эти цены. Ну, лично, ну, что я покупаю, я-то уже знаю, могу забежать и так чук-чук-чук закрытыми глазами все купить. Вот, но покажу специально для вас. Для тех, кто ест тупо животных, пожалуйста. Что тут, сардельки, 0,5 килограмма. Что-то не сардельки лежат, вот они, сардельки. Короче, я не разбираюсь в мясе, друзья, поэтому я вам не скажу ничего. Скажу, что пельмени 124 рубля, еще какие-то есть за 106, есть еще даже 900 грамм за 80, друзья, это вообще цены, бом-бом. Вареники, я ем вот эти вот вареники. Вот давайте посмотрим состав для вас специально, вот мука пшеничная, все дела. Укроп сушеный, короче. Никакой шляпы в этих варениках нету. Вот, а есть вареники со шляпой. Вареники, они стоят 55 рублей. Вот, здесь у нас составили, сразу видим. Так что выбирайте килограмм за полтинник или же нет. Где береши чебуреки. Ну, в общем, они 55 стоят, это я точно помню. Мороженое, цены посмотрите. Ну, вот эти 7-рублевые, да, это тоже все недорогое совсем. Все здесь совсем недорогое. Идем в холодильник, там соусы тоже дико дешевые. Я внизу так запишу себя. Колбаса пахнет говном. Так, селедка 100 рублей. Так, я лично вот такую беру. Вчера доел. Но она очень-очень такая пикантная, да, и рецепторы, конечно, обжигают. Посмотрите в составе. Специи, уксус, понимаете, никакого говна здесь нету. Вот полочка с говном. Все это говно стоит 35 рублей, я не вижу ценник. Но стоит оно 35. Кстати, так же, как и майонез. Вот это. Майонез появился, я возьму его. Потому что я нынче жирею, у меня депрессия. Я опять там расхожу, схожу с подругой, она у меня там... сильно думает мозгом. Вот класс, 49, нормальный класс. Ставропольский. В другом месте он будет стоить, ну, 70-80 рублей, да? Вот. Также у нас все тут, ну, по приправкам все дешево. То есть вот за 22 рубля приправа, которая состоит из натуральных ингредиентов, друзья. Коровы, твердых сортов пшеницы. 27 рублей. Это круто? А зачем ты две, думаешь, нам надо две? Да, с тобой. Вот, короче, по конфетам тоже все ништяк. Специи такие сики, ББшечки, конечно, одни 7 рублей, другие вот 5,90. Вот, печенюшки, что тут? Зефирки вот, а не, печенье сдобное, а лежит зефирка. Вот печенюха 91 рубль, 800 грамм. Зефир ванильный муза, 700 грамм, 80 рублей. Будем брать что? Давай музу возьмем. Ты хочешь зефир, я не хочу. Прикинь, почти по 100 рублей килограмм. Ты чего, он очень дешево. То есть давайте посмотрим, что тут, конечно, по составу. Должны присутствовать ешки, как без них. Вот яичный обессахаренный белок сухой. Лимонная кислота, ароматизатор. Ну, короче, залупа, залуп, наверное, возьмем ее. Ура! Ура. Дальше я вам хотел показать. Надо быстрее все снимать, чтобы не растягивать ролик. Вот за 100 рублей килограмм печенье в глазури, блин. Да где вы найдете? Вы обычные вот эти крекеры за рублей 150 только найдете. Вот, дешевле сотки. Вот они, пожалуйста. Само то делать это вкусную, то это кто он там? Коряк называется, по-моему. Солдатскую такую эту. Тоже аналогично. Все. Все, цены, вы видите. Давайте пробежимся дальше.
кофе. Вот, я выпил банку такого. Я плохо разбираюсь в кофе, но мне нормально залетело. Коржи 50 рублей. Мед 250. Мед. Подожди, я пока оставил это, я с камеры пройдусь быстро и покажу цены. О, для тех, кто бухать любит, вот за 70. Халзанчик пиво 0,5, 40 рублей. Такая 35, полторашка 50. Вот, о, это что такое? Айс. Вот она по-любому стоит соточку в другом месте. Здесь вот она, сколько стоит. Квас полтинник. Уже показывал. Дальше что, пойдем наш проты. Масло в банках, не знаю сколько стоит, наверняка дешево. Вот. Также 37, вот ценовая политика, да, до 40, майонезы, кетчупы, все соусы, вот они, тут повидло 60. Помидорки тоже хорошие, без всякой шляпы, вот. Банку за меньше полтинника дешевле, где вы найдете? Это вообще бомба цены. Так, вот по составу. Ну все, специи, соль, сахар, уксусная кислота, все, ничего лишнего, все, плодов масса. Не меньше 50. Также вон есть от комаров всякие коврики. Вот есть гамаки удачные. Вот палатки даже. Ну, палаточки стрёмные, конечно. Для котов кормежка. Мы вот тоже купили. За 400 такую покупаешь. И вообще хорошо она заходит. Ну, для собак чуть подешевле. Ладно, это пока не буду смотреть. Даже опрыскиватели есть, мешки. Мешки. Да, давай. По этому ряду. Вот терка 60 рублей. Ну разве не здорово? Туалетка. 4 рулона, 2 слоя, 30 рублей. Дровяная пачка салфеток, полтинник. Просто на все случаи жизни. Вот взял себе раз и все. Шампунь по полтиннику. Прокладки, шматки. Порошочек. Для деток есть такое дело. Ну и для тех, кто травит себя алкоголем, друзья, ну, ваш выбор, но это дерьмо еще то. Сидор вот какой-то 90 рублей. Мускатный. Какие-то вот коньяк, да? 5 звездочек. Водка 200. Такие дела. Да, халвишку еще надо. Ну вот и все, так что вот, будем доброцен. В Сочи можно жить бюджетно. Везде можно жить. Очень даже хорошо. Вот с качалочку рядом можно ходить, обед с вареников за 2 рубасика.